А, ну мы что устал. Папа пьет здесь? Непонятно, какая-то зеленая ерунда. Бэ. Вкусно? Дай понюхаю. Фу. Мы собираемся на прививочку к доктору. Нет, не больно. Так, это быстренько так, как комарик укусит, раз и все. У нас сегодня запись к врачу на прививку. По-моему, всем четверым детям, если я не ошибаюсь. Насчет Маргариты я точно не знаю, но... Младшие, Ксюша точно. Что, приехали? Страшно? Нет, не страшно. Теперь нужно найти парковку. А может, тебе и не будут делать, Маргарита? Но Ксюше точно. Ну что, готовы? Ксюш, не бойся. Нет. Не бойся. Не хочу. Нет, пап. Ксюша боится. Поиграй пока, развлекись, отвлекись. Игрушка тут. Тоже две. Сейчас еще Каролине сделают. Две. Каролине не знаю сколько. Больно было? Да. Болит? Нет, больно не было. Мне два раза было. Сейчас болит, да? В общем, это прививки от короны, от клещей. Клещи, если укусят. И еще одна, если вдруг ты упадешь, поранишь себя, чтобы инфекция не попала. Поехали мы домой или куда мы едем? В магазин едем? Мы заезжали к нашей бабушке по делам. Маргоша себя не очень чувствует. У тебя что-то болит? Что болит? Рука болит? У тебя, Ксюнь? Нет? Сейчас заедем в магазин, потом домой. А потом на день рождения. И влог мне загрузить надо. Я еще влог не загрузила. Так-с, вернулись мы домой. Жарище вообще. Мам, я скупаю. Очень жарко. Что мы взяли? Суши взяли. Мои любимые шушки. Шуши взяли, шуши. Ляж, полежи, отдыхай. И мне больно. Балеточки, да? Мам, больно. Чокер, да? В больнице подарочки обязательно дают деткам. А Максу машинку подарили. Что делаешь? Все, блин, баллон. Маргарита. А вот вы что делаете. Сегодня воскресенье. Мы сейчас хотим поехать покупаться. С Данилом. Да, с Данилом. Погода, конечно, не очень. Пасмурно. Сегодня пасмурно, но 26-28 градусов. Маргарита, собирайтесь. Купальник. Марго. Поедем мы покупаемся. Ты тоже? Нет, я не буду купаться. Никогда не купаешься. Не хочу я. Куда же поедем? На озеро? На пляж, где мы ездили? Я возьму куртку. Где мы были с Максом и с Каролиной? Что там у тебя? Сися. Я сама возьму, чтобы сморкалась. Так, просто возьми это, не знаю, оторви не весь рулон. Зачем весь рулон брать? Дома не брызгай. Потому что мне хватит. Все, пойдемте. Я моюсь. Хватит, Гриша. Ксения, у меня камера, ты прям на камеру пускаешь. Давай мы в бассейн пойдем. В бассейн? Ты же не будешь купаться. Не можешь купаться в бассейне, в озере, где хочешь. Давай в бассейн. Иди в келлер. Они пошли за надувашками. Зачем? Может быть, будешь купаться? Левый купальник. Как-то нет купальника. Можешь мой взять? Не, не хочу. А твой где купальник, с которым ты в лагерь ездила? Не хочу купаться. Ну смотри, все будут купаться, ты будешь сидеть. Так, мы взяли мороженое и банан. И сейчас нужно и донат. Не, зачем? Давай. Чили надо паракуртать. Ну вот мороженое, это же огромное. Упс. Все, готовы? Надули? Решили мороженое не надувать большое сильно. Папе дай, папа понесет банан. Приехали мы, значит, купаться. Но дождик пойдет, это точно. Может быть, где-то через час. Прям громыхает.
Гром гремит. Мне кажется, сейчас сильный дождь пойдет. А там купаются еще. Маргарита купается, Каролина купается. Все, собрались? Пойдемте. Уже совсем близко громыхает. Песок папа вытряхивает из пистолета. Все, пойдемте. Берем сумку. О, как там уже сверкает. Уже с воды всех выгнали. Да, мы только часик приехали, заплатили 40 франков, час-полтора и все, и домой. Мне холодно. Холодно? У Ксюши реакция на прививку. Завтра в школу не пойдешь. Успели мы вовремя, собрались, дождик пошел уже. Штат Луцерн. Бургер Кинг, мы давно вообще не ели бургер Кинг. Я два раза в жизни кушала бургер Кинг. Но это Хэмбер Бургер Кинг. Бургер Кинг. Хэмбер Бургер Кинг. Бургер Кинг. Бургер Кинг. Бургер Кинг. Бургер Кинг. Бургер Кинг. Каролина. Капелико. У тебя нет обуви, что ли? На глазках идет. Совсем уже. Папа, я люблю. Что себе нос заткнула? Температурка 37. Сколько у тебя? 37,7. Держится. Завтра в школу не пойдешь. Дома будешь сидеть. Поняла? Давай, пей. Хочу на диване. Нет, ты будешь спать в своей кроватке. Нет. Да. Так что, не пойдешь завтра в школу? Нет? Мы уже собираемся. Завтра школа. Нам еще учиться 2 недельки. И каникулы. Да? 2 раза. 2 недели, а не 2 раза. А, все? 2 недели школа и все. Папа испачкал. Что делаешь? Вот тут отвертки. Ты что-то ремонтируешь? Батарейки ставил. Батарейки ставил. Home sweet home. Почему ты ее с рук кормишь? Она сама умеет кушать. Нет. Да, пусть сама кушает. Ишь, какая принцесса деловая. Кормит ее с рук. На кровати. Ты в мяч хочешь поиграть? Ну давай. Давай, поиграем немножко. Перед сном побегаем. Давай, поиграем. Кого ты потеряла? Майя. Водичку? Мешок в спальне когда отдашь подружке? Или ты еще будешь в нем спать? Нет. Что такое злое? Меня все бесит. Только недавно смеялась, а тут теперь все бесит. Такая Маргарита злая. Ладно, не будем ей мешать. Пусть она. Ладно, ребят, все, спокойной ночи, мы будем ложиться спать. Подготавливаем кроватку ко сну. Телефон забирай. Давай. Все, Макс, давай спать. Завтра Макс идет в лес, всю неделю будет ходить. Тоже хочешь? То есть не всю неделю, а получается понедельник, вторник, четверг и пятницу. Макс, давай ложиться. И как раз погода испортилась. Дожди идут. Как лес начинается у нас, так все. Погода портится сразу. Сегодня мы планировали снять видео для влога с лагеря. Как девчонки отдыхали в лагере. У нас не получилось. Ксюшка неважно себя чувствует. Может, если будет ей легче завтра, то снимем завтра. Вот. Так что мы обязательно его снимем, смонтируем, и вы посмотрите. Сам влог девчонки снимали в лагере, просто его нужно хорошо смонтировать, там немножко так. Это тут есть. Да, еще. Нужно немножко с пояснениями его монтировать, поэтому мы, надеюсь, на этой неделе снимем и выложим на канал Маргарита. Вот. На сегодня все, и мы идем отдыхать. Всем пока.